Попробуем еще раз. Только по-другому. Нету патронов, нету, только это. Ну что, понравилось? Сейчас раз и патроны понатратил. Только урода, блин. Горы только не лазили, наверное. Ненавижу гаражи. Самое дурацкое место вообще, где я побывал. Мне не нравится такое место. Все, выход. Все страшно, там закрыто, как машину уехать сейчас успел. Пристрелили. Сюда. О! Наши! Наконец-то! И что? А, вот что. Под этим заводом имеются обширные подземные сооружения. Еще с войны. В 50-х годах Арбатем выкупил их, и только закрыл. Судя по всему, компанию интересовали именно подземелья. И, по-моему, все это имеет какое-то отношение к источнику. Это уж да. Такое уж отношение-то есть. О! Охереть! Второй подзим! Повторяю, второй подзим! О май гуд! Уху! О, блин! Бедные мои! Голова моя! Он в порядке, а вот пилоту крышка. Да и джин здорово достался. А ты как? О, блин! Жить буду! А вот кататься на коньках не скоро. Ладно, тогда оставайся с джин и жди спасателей. Может, не стоит отправлять его одного? Там же полно этих гадов. Выбора нет. Продал может быть где угодно. А я не там одна, пока подкрепление доберется, ее 10 раз убью. До завода еще несколько километров. Тебе придется идти пешком. На серии. В нашем секторе замечена повышенная активность противника. Ждите неприятностей. Да. Слышал, ты крут. Надеюсь, это правда. Крут. Да, тут все так думают. Где мы вообще? Нет, все нормально. А вот за тебя я беспокоюсь. Я в норме. Только двигаться больно. Может, тебе сделать искусственное дыхание? Не смеши меня. Я серьезно? Тем хуже для тебя. Нормальненько так. А как насчет легкого массажа? Да ладно, шучу. На самом деле, мне как-то боязно к тебе приставать. Скорее. Родилась и выросла в Штатах. Но родители... Да, из Сеула. Ты там была? В детстве ездила каждый год. Потом времени не было. Я люблю кимчи. А я пиццу. Пицца тоже вещь. Что, мы разговаривались тут? Ты еще какие-то старые какие-то. Вообще. Ладно, с бонусом следующий час. Ждите, я устал. Здрасте, с вами снова я. И продолжаем. Так. Заперто. Тоже заперто. Вообще, что за дома такие?
старье какое-то полное, трущобы. Что-то у нас заперто, тоже даже не открывается. Есть старье, и все завалено каким-то мусором. Причины загрязнения воды в Оберне следует искать в Армахене. Поэтому они и отправили на водоочистную станцию своих людей. Боялись, что в случае расследования их секреты выплывут наружу. Все завалено досками и всем этим прочим. Пистолет. Нахер мне пистолет? Скажите. Какие-то, не знаю, дома поломанные, старью полную. Белый противник не обнаружен. Оставайтесь на месте, пока поисковая группа не найдет вход в саркофаг. Какой еще саркофаг нахер? Вам не снайпер. Оу. Ну не только ты. Пошел ты к черту. Жри. Блин. Перекличка! Понял! Что ты к черту? Моя мина, понял? Доложите обстановку! Ты еще тут решил позевать, да? Блин, ябчитик нету. Со всех сторон уроды, которые невидимы еще. Ни аптечек, ничего. Только урода. А аптечка вот где, да? Понятно, куда я ее спрятал. Уж обойду их. Да блин. Держи.
Хочешь еще? Держи. Это как раз тебе и приготовлено. Ты тоже живой такой. Живучий. Вижу цель. Кто видит? Ты живучий тварь. Хера тут ничего нет. Смотри, что тут. Это мертвый чел. Треповик. Который мне нахер не нужен сейчас. Аккуратно. Откуда? Охереть. Сдохни уже, блин. Но это вообще прикольно, прицепил к стенке. Сам где? Тут заблудишься. Ни аптечек, ничего. Наконец. Хоть одна аптечка. Да уж, у меня вообще аптечек нету, ни одной. И вообще как рыбка в воде. Вообще на суше. А, вот эта аптечка появляется, которых только что не было. Все, надо все разведать тут. Так, тут нету ничего. Заперто. Так, тут что? Улица. На. Оу! Тут еще уроды. Сдохни уже. Оу! Нужно подкрепление! Тупой ты. Могло это? Запутаешься, куда идти вообще.
хорошие.